Ученые Химического института имени Бутлерова в сотрудничестве с инженерно-внедренческим центром Инджихим и научно-технологическим центром Ахмадулиной разработал уникальный полимерный материал. Проект стартовал еще в мае 2020 года по инициативе Минпромторга и при поддержке президента Республики Татарстан. На данный момент на базе технополиса «Химград» уже функционирует опытная установка по производству термопласта. Если мы выиграем этот небольшой тендер, он где-то будет больше миллиарда, здесь необходимо и со стороны республики. И этот полимер очень нужен и оборонщикам нужен, и нужен и промышленникам. Сами понимаете, полимер, который при 240 градусах не растрескивается, не плавится. Это очень важный конструкционный материал. Сам материал ранее производился в Японии, Южной Корее, США и Китае. Однако отечественный аналог, по словам разработчиков, ничуть не хуже. Температура его плавления составляет от 280 до 340 градусов. Он устойчив к температурным, кислотным и щелочным воздействиям, а также обладает низкой электропроводностью. Именно поэтому материал выгодно использовать при производстве радиодеталей, авиационных комплектующих, труб, насосов и кранов. Мы достигли очень высоких параметров по полифенилсульфиду. Он очень высокомолекулярный, что мы определяем, например, по такой параметру есть ПТР, показатель текущести расплава. Дело в том, что это параметр, который указывает, сколько полимеров протечет у нас при 320 градусах за какое-то время. Чем более вязкий, тем меньше протекает. Вот у нас, если в задании и классические, это где-то 100-150 грамм протекает, то у нас протекает 30 грамм. То есть это очень высокомолекулярный и вязкий полимер. Опытная установка на 90% состоит из российских комплектующих. Ее производительность составляет 5 тонн материала в год. Это лишь первые шаги в сторону полного импортозамещения термопласта. На данный момент в России минимальная потребность в материале составляет 200 тысяч тонн в год. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.